Тем временем группа независимых социологов «Социо» пришла к выводу, что большинство жителей Бурятии поддерживают поправки к Конституции. По их данным, 68,5% жителей нашей республики выступают за принятие поправок к Конституции Российской Федерации. 16,5% опрошенных высказались против принятия поправок. Еще 15% пока не определились с выбором. Почти 80% планируют принять участие в предстоящем голосовании. 3,7% вообще ничего об этом не слышали. В исследовании приняли участие 2000 респондентов по всей Бурятии.